20 апреля 1945 года. Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсы. В результате этих боев наши войска заняли 7 крупных городов. Юго-западнее и южнее Ратибора войска 4-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли 7 населенных пунктов. За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 103 самолета противника.